Добрый день, я Андрей Наруто, Микачкова, Кайт Нора, приветствует вас. Сегодня будет небольшой обзор от меня о Кайте Блейд Триггер G10 2018 года. У нас в школе 7 квадратных метров, пробовали 12 и немножечко своего отзыва и характеристик по данному кайту. Итак, Кайт Блейд Триггер 2018 года с интересной расцветкой, соответственно, узнаваемость достаточно яркая, с хорошими летными характеристиками, о которых я расскажу позже. Система OnePump. Супер накачка Max Flow. Узкие баллоны. Кайт хорошо сшит. Хорошие красивые стежки. Защита баллонов, латы. Что мне нравится в Кайтах Блейд, это их сгибаемость на баллонах. При сильном ветре баллоны сгибаются, и кайт, за редким исключением, может сдвигаться или улетать. Поэтому не так часто кайт и блейд нужно прижимать какими-нибудь дополнительными утяжелителями. Я расскажу, что мне лично понравилось в триггере 2018 года. Покатавшись в штормовой ветер от 15 до 20 метров, я почувствовал, катался я на этом кайте впервые на 7 квадратных метрах, сразу же чувствуешь уверенность и устойчивость в этом кайте. Он прекрасно сдерживает порывы, тебя не стаскивает, ты чувствуешь кайт в воздухе. При прыжках на триггере ты всегда знаешь, где находится кайт. Меня замывал волной, но ты всегда чувствуешь, в какую сторону и куда кайт сейчас пойдет. И можно с уверенностью сразу поймать тот момент, чтобы кайт вывести в зенит. Все, что написано в описании по кайту Триггер G10 2018 года, это реально правда. То есть каждое слово, ну, я не буду повторять. Поэтому кайт Блейд Триггер G10 высокое качество. Высокие прыжки, удобство накачки, но об этом мы уже не говорим. Поэтому кайт можно брать, мы на нем тренировали новичков. Поэтому от новичка до профессионала берите и получайте удовольствие. Так что, покатавшись на этом кайте в штормовой ветер, я получил большое удовольствие. Высокие прыжки, хорошие фотографии. Итак, кайт Блейд Триггер G10. Это удобство в прыжках, уверенность в кайт-лупах, это высокий хэнд-тайм. Поэтому данный кайт подойдет от новичка до профессионала. Пробуйте, катайтесь, получайте удовольствие. Всем спасибо. Кайт-школа, кайт на ура. И я, Андрей Нарудов.